Всем привет. Ребят, сегодня я решила поделиться своими творческими запасами, которыми я сейчас не пользуюсь и которые я выставляю на продажу на Авито. Выставляю еще в группе, ой, как оно мне называется-то, господи, творческая мастерская, вроде бы так. Творческая мастерская. Пока вы наблюдаете немножко мой уголок, я сейчас все скажу. Так, я сейчас все скажу и покажу. Творческая мастерская. Там выставляю в объявлениях. На маркете выставляла, но прям сложно как бы мне с маркетом работать ВКонтакте по той простой причине, что оттуда просто лезут дуром мошенники. И мне приходится тратить время вот на переписку с ними. Ну, по крайней мере, первоначально я ж не могу сразу отправить их в путешествие. И поэтому мне приходится как-то сначала выяснить, кто это такие, а потом уже. Вот. И поэтому выставляю на Авито. Если сейчас, что я покажу, вам что-то понравилось, вы мне пишите в личные сообщения. Я тогда буду это видеть и с вами тогда в сообщениях мы уже договоримся. Проверяю, идет ли у меня трансляция, и я ее не вижу. А почему я ее не вижу? Непонятно. Сейчас я... Так, это мне куда? Нет. Почему у меня ее нет на страничке трансляции? Я понятия не имею. Но вообще я как бы вроде бы как на страницу делала. В общем, запись все равно у меня, скорее всего, будет. Поэтому, если что-то, я опубликую. Не вижу вот вообще никак, чтобы у меня что-то шло. Ладно, в общем, пустые разговоры закончили, да? Что у меня есть в запасах? У меня есть в запасах фоамиран. Кто флорист, кто делает украшения с этим материал, из этого материала, да, могут посмотреть. Итак, первый наборчик здесь разные. Тут остатки, но остатки такие достаточно большие. Ну, нету тут такого, чтобы прямо совсем мало. Здесь вообще вот это новые. Ну, то есть, я не знаю, листы вы знаете какие. И это все за 400 рублей. Вот первый лот, скажем так, да, это 400 рублей. Здесь этого вообще вот много, такого бордового цвета. Зеленый, оттенки зеленого, сиреневого. Вот это вот за 400 рублей. Отдаю. Следующий. Почему я не вижу, не понимаю вообще. Так, следующий, это я собрала светлый фоамиран. Здесь белый, молочный, розовый, желтый тона, сиреневый. Вот такой вот белого здесь вообще вот. Ну, все надрезано, как бы нету целых, поэтому это я пишу в БУ. Но БУ как? Они вот просто обрезками. Это тоже 400 рублей. Это значит вот по цветам. Хотите, сразу берите все. Теперь... У меня есть вот такой два листа фоамирана. Сейчас я попробую их правильно показать. Я надеюсь, вам это видно. Фом для цветов. Иранский, тоненький. Так, а размер здесь... Размер не указанный. Ну, вот как они стандартно идут. Сейчас у меня нету с собой тут близко. Вот здесь два листа, чтобы вы понимали, два листа. Вот такой вот белый фоамиран, фом, фоамиран, как хотите. Так, следующий в упаковке новый совершенно, вот такого цвета, тоже иранский фоамиран.
Так, ну где размеры? Что-то ни одного размера нигде нет. Интересно. Ну, как вот он есть, так он и есть. Вот. Вот такой. Так, отдельные листы я продаю, если... значит, 100 рублей белый. Самой бы не запутаться. 100 рублей белый и 60 рублей вот такой один. А белый 2 листа 100 рублей. И 60 рублей вот этот. Так, еще один. Ну, здесь немножко, смотрите, отличается цвет. Вот здесь более такой алый. Это более холодный цвет. То есть они одинаковые по цене, потому что они новые. По размеру они одинаковые. Так, по 60 рублей вот эти вот. 2, значит, 120. Я потом в записи буду пересматривать. И, значит, смотри, еще один 60 рублей. Тоже вот такой вот красивый цвет. Нежный. Ну, такой, как пыльная роза. 60 рублей. И вот такой вот, наверное, это цвет какао или кофе с молоком. Тоже целая упаковочка, тоже 60 рублей. Это что касается Фоамирана. В общем, пишите мне в сообщениях, кому что. Можете в группе в моей написать, можете написать это в личку. Так, что у меня еще будет для флористов? Для флористов у меня еще есть вот такие... Так, лента аспидистра, вот это вот прямо целая, 5 сантиметров на 10 метров, вот такая вот. Так, цену, девчонки, спрашивайте, потому что я не совсем помню. Так, и вот, так, это по ширине, а, ну вот 5-сантиметровая, да, а это по ширине, наверное, 2,5, вот такая ленточка. Тоже аспидистра ленточка. И еще есть вот такая широкая ленточка. Ну вот, не знаю, вот я кручу-кручу. Тут, наверное, метр, может, даже побольше. Это по ширине... Так, ну сейчас я тут где-то у меня линеечки были. А где у меня были? Куда-то кидала. Сейчас постараюсь найти линеечку. Нашлась линеечка. Так, это по ширине. Так, ну это по ширине получается 11,5. Это по ширине 11,5. Тоже, девчат, спрашивайте цену. Пока я не написала еще и не выложила ни на Авито, никуда. Просто вам показываю. Так, это для флористов. Те, кто занимается украшениями из Фоамирана, кто делает цветы из Фоамирана. Есть вот такая вот леска. Естественно, я все продаю прям по минимальным ценам. Потом у меня есть вот такие молды. Их много. Так как я занималась этим, ну, брала много. Не знаю, видно, нет вам текстуру, фактуру вот эту вот, что листочки очень хорошо делать. Это я потом выложу, ну, как бы... набором, не набором, но выложу, чтобы вы видели, какие, и могли с ними уже как-то определяться. Так, и что еще у меня? У меня есть, не показала, очень много цветочной проволоки, вот этой зелененькой. Ее очень много, тоже я выложу, или вы спросите, я вам вышлю фотографию, покажу, сколько ее там, и определимся как бы с ценником. И вообще, так, есть у меня вот такие штучки. Надеюсь, вы понимаете, что это розовое и красное. Это, блин, сама забыла, как это называется. Ну ладно, что забыл, то забыл, получается. Вот, красненькая и розовая. Есть еще другие цвета. Они у меня есть на Авито. В общем, туда пока выкладываю. Чтобы мне это... И вот такие пенопластовые вот шарики. Вот их
Они вот здесь по мешочку, может быть, тоже для цветочков кому-то пойдет. Это, ну, не знаю, скорее добавка к чему-то или в подарок положу тем, кто покупает фоамиран или что-то в этом роде. Дальше у меня еще есть вот такие резиночки, может быть, кому-то будет интересно. Знаете, капитально убираюсь и нашла столько чудес. Так, вот такие вот на голову резиночки. Они вот золотистые с белым, золотистые с черным, серебряные с черным. Это вот на головку девочкам прибирать волосы. И вот такая вот серебристая. Серебристая с белым. Вот их раз, два, три, четыре, пять. Пять штучек. Пять вот таких вот. Эластичные. Хорошо будет прибирать. Может быть, кто в танцевальный ходит, какие-то коллективы. Или в гимнастические. Вот, чтобы волосы не падали на глаза. Ой, тут вот еще есть. Раз, два. Наврала. Пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. 11 вот таких вот резиночек. 11 вот таких вот резиночек. Я отдам их за 100 рублей. Так, куда-то упала одна резиночка у меня. Вот она. Я отдам их за 100 рублей. Вот эти вот резиночки. Если кто-то делает украшения, то тоже будет хорошо. Может быть, для украшений вот таких вот. Использовать вот эти резиночки. Так, ну и есть еще вот такие вот гибкие ободочки. Гибкие по 20 рублей такие ободочки. Либо я положу вместе с резиночками, если вы будете брать. Вот такие вот. Тоже на головку. Все это я в кучку сложу. И все это за 100 рублей счастье. Знаете, когда много чем занимался в жизни, столько оказывается чудесного всего остается. Так, теперь вот для композиций, если вы делаете новогодние композиции там или что-то еще в этом роде, есть у меня вот эти вот, так, вот звездочки, вот эти, которые на зимние композиции очень даже классно пойдут. Ну, я на руке покажу, вот, вот такие вот, это я рублей за 20 отдам. Ну, это вообще вот прямо как есть она приправа, да. Ну, вот она у меня тоже осталась, завалялась. Я про нее забыла. Запаха, конечно, тут уже нет. Чтобы... Хотя нет, есть. Чего-то есть еще. Так, что тут у меня еще? И тейп-лента есть. Вот такая вот тейп-лента. Светлая, зеленая. Это тоже для флористов. Ну, то есть я как бы про них сейчас, про флористов и говорю. Так, ну и, наверное, вот для флористов я пока все, что хотела, вот фоамираны это показать. То, что у меня есть гофрированная бумага, если вы занимаетесь букетами с конфетами или композицией делаете, то на Авито и на ярмарке у меня есть выложенное объявление. Это вы можете посмотреть. Ну и в конце моего вот такого вот рассказа, моих запасов хомяков, хочу показать свои новые работы, которые я написала. Давайте посмотрим. Так, накрошила тут всего и вся. Давайте посмотрим. Это вот такие вот гранаты. Картина такая, мощные энергетические картины, яркие, сочные тона. Написана она на картоне, 3 миллиметра толщиной картон. Работа уже покрыта лаком и готова отправиться к вам. Следующая работа, это тоже на картоне. Так, это размер у меня, вот это размер у меня, ой, получился что ли, ну, будем считать 20 на 15. 20 на 15. Вот такие нежненькие цветочки. Сейчас поближе я их покажу. Вот такие нежненькие цветочки. Может быть, это белый шиповник. Может быть, это какая-то чайная роза. Тут уже кто как хочет, тут так может придумать, что это такое. Так, ну а вот эта работа у меня 25 на...
у меня 17/25, какая-то линейка странная. Так, ну вот я показываю. Ой, не покажу так. Не покажу так. Здесь 17, ну и здесь 25. Вот такая вот работа. А, вот у меня даже написано 17/25. А я тут считаю. Так, следующая работа. Это вот то, что прям последнее тут у меня подсохло. Следующая работа вот такая вот. Это утро в лесу. Вот так просыпается солнышко, проникает сквозь деревья. Посмотрела я работу, по-моему, Чупринов. И мне так понравилось, и я на маленьком формате вот решила по-своему немножко вот это тоже поизображать. Ну, такая достаточно, такая, видите, утро, еще небо, даже там никаких особых светлых тонов нет. Но вот солнышко, лучи, они уже здесь, и они уже начали освещать все, что только возможно, и до чего дотрагивается луч света. И вот такие малышки, все те же маленькие картиночки системы АЦУК для коллекционеров. Вот такая деревенская картинка. Это, ну, грубо говоря, 6/8 сантиметров. Вот такая. Тоже написано они на картоне. И картиночка с горами. Если вы собираетесь или уже коллекционируете картиночки, то, пожалуйста, вы можете приобретать. Такие картинки у меня по 500 рублей. Ну и на этом все. Спасибо тем, кто посмотрит. Если есть вопросы, пишите. Объявление я выложу в группе творческая мастерская и буду выкладывать на Авито. На Авито есть ограничение, что не все можно выложить. Там, как это сказать, по количеству ограничения. Вот. И жду вас всегда у себя в группе, где у меня картины. Смотрите, выбирайте. Покупайте, приобретайте на подарки или для своего интерьера. Обязательно отвечу на все вопросы, которые у вас возникают. Ну и до новых встреч. Как только я подберу что-то еще, что я хочу продавать, я, возможно, сделаю такой же обзор. Всем пока, до новых встреч.